Приветствую вас, друзья, и добро пожаловать в H1Z1. В этом видео мы рассмотрим, как же сделать большой и вместительный рюкзак. Для того, чтобы сделать полноценный рюкзак, понадобится сначала скрафтить маленькую сумку. Делается она из 6 кусков ткани. Скрафтим ее. Эту сумку уже можно использовать как рюкзак, но вместительность у нее совсем маленькая. Поэтому мы будем использовать эту сумку для крафта большого рюкзака. Теперь переходим к крафту второй части рюкзака. Это у нас каркас самого рюкзака. Для того, чтобы его сделать, понадобится 4 гвоздя и 4 палки. Палки мы собираем с кустов, а гвозди получаем из металлолома. Металлолом же можно получить из брошенных машин с помощью монтировки. Итак, делаем гвозди из металлолома. Для этого в меню изучения рецептов просто кладем в ячейку металлолом и нажимаем Discover. Таким образом, мы изучили рецепт крафта металлического осколка и крафтим этот самый осколок. Из одного металлолома мы получили 4 осколка. Возвращаемся обратно во вкладку изучения рецептов и теперь вставляем в ячейку наши осколки. Нажимаем Discover, и вот теперь доступен нам рецепт крафта гвоздей. Крафтим из осколков гвозди. А теперь изучаем рецепт самого каркаса рюкзака. Переходим обратно во вкладку изучения рецептов. В одну ячейку добавляем палки, а в другую гвозди. Нажимаем Discover и получаем рецепт крафта нашего каркаса. Тут же крафтим каркас. И, наконец, переходим к крафту самого рюкзака. Давайте изучим рецепт. Добавляем нашу сумку и каркас. Ну а теперь крафтим наш рюкзак. В итоге мы получили большой рюкзак, который вмещает в себя 1200 единиц массы. На этом все. Надеюсь, этот гайд был вам полезен. Спасибо за просмотр и увидимся в следующем видео.